Пашевич отметился невероятным по красоте ударом в матче против Днепра. Его подработка мяча и удар следующим касанием заслуживают наших аплодисментов и попадания самого Пашевича в рейтинг лучших голов тура. Александр Ануфриев попал в наш топ благодаря своей хорошей реализации навесов от Сицко. В этом голе именно последний пас играет важную роль, хотя забивать с таких передач тоже непростая работа. Игрок Арсенала своим ударом с носка вывел Дзержинцев вперед в матче со Славией и заслуженно попал в рейтинг лучших голов тура. Гол Павла Сидько со штрафного – украшение тура, особенно учитывая то, что на счету Паши еще невероятная голевая передача Рабоной. Валерий Громыко забивает нечасто, но его точные удары – это всегда красота. Так и в игре против Немана Гром отметился отличным выстрелом с левой. Василючек остался неудел.